Всем доброе утро! Сегодня понедельник, я болею, поэтому сегодня была запланирована съемка видео, но она отменяется. Я сейчас буду пить витаминки. Я такие купила, которые как жевательные конфеты, такие приятнее намного. Есть у меня ничего серьезного, в общем-то, у меня нет температуры, у меня просто болит горло, у меня кашель, поэтому сейчас я буду заваривать себе ромашку для того, чтобы полоскать горло. У меня уже тут рюмочка приготовлена для того, чтобы выпить этот сироп от кашля. Глаз чуть попало. Потому что я, короче, потеряла мирный стаканчик, который шел с лекарством, и теперь наливаю в рюмочки, муж надо мной смеется, но что делать, как бы, идеальный как раз размер. Так что, да, чайник у меня уже вскипел, сейчас заварю ромашку, она чуть-чуть остынет, буду полоскать горло, и что-нибудь вам еще немножко покажу, потому что нормальная съемка видео сегодня все равно отменилась. А такие немножко интересные какие-то вещи, может быть. Не знаю, надеюсь, вам будет интересно, в общем, оставайтесь со мной, сегодня такой будет ленивый влог. Мне тут, кстати, на днях надо будет менять капы, поэтому я уже достала свой этот пакетик. Каждые 2 недели я меняю, вот я сейчас на 4-й и буду надевать 5-ю. То есть вот такой вот вам комплект выдают, 3 капы подряд, потом, то есть вы 3 отнашиваете, идете к доктору, он смотрит, как идет прогресс, все ли нормально, может быть, надо что-то поменять. Но, как правило, все в порядке, и вам выдают следующий комплект еще на 3 капы, ну, у кого как, опять же. И я каждую ношу 2 недели. Давайте я вам покажу, как они выглядят, потому что многие спрашивали. Вот, например, нижняя. Мишаня пришла. Здорово, девушка. Вот, на примере нижней могу показать. То есть вот такие вот прозрачные пластиковые капы вы надеваете, и каждые 2 недели вы меняете. Ну или у кого какой срок. 2 недели, 10 дней, неделя. И каждая следующая немножко чуть-чуть сдвигает зубы. То есть они все отличаются где-то на 0,5 миллиметра каждая. И вот, как видите, у меня на этой капе видно, что у меня внизу еще один зуб мудрости остался. То есть вот этот вот последний. Остальные у меня все вроде бы уже удалены. Да, все удалены. И они были удалены до того, как я начала ставить... Миша, ну что такое? Они удалены были до того, как я начала ставить Invisalign, поэтому мне ничего не надо было уже удалять для того, чтобы его поставить. Но некоторые... слышь, не кусай! Но некоторым, наверное, удаляют. Не знаю, зависит от случая. Я сейчас жду информации от мужа. У меня он тоже сейчас пошел к доктору. И сейчас ему скажут, будут ли ему ставить обычный Invisalign или экспресс. Потому что у него несложный случай. Ему немножко там надо будет подвинуть. И, может быть, получится за полгода всего лишь все это дело закончить. Так что вот жду от него смс-ку, как только он выйдет от врача. Очень за него рада. Будем вместе такие ходить зубастики. Кто у нас тут такая ленючая лежит? И ленивая, и линяющая, и вообще. Шерсть, скажи, у нас летит вообще в разные стороны. Мы сегодня с подругой с моей Витей вдвоем дома. Ты моя ласковая девочка. Мне иногда ее так хочется заобнимать, прям вот задушить в объятиях. Да, скажи, попу мне еще почеши. Нет, это у нас не хотелка. Вот она, кстати, если кусает, то всегда очень тихонько, и после этого сразу еще целует это место. Ой, как у нас облезает шкура. Замечали за собой когда-нибудь такую вещь, что когда обнимаешь котенка или ребенка, ну кого-то такого вот очень миленького, хочется прямо его в объятиях своих задушить? Я недавно озадачилась этим вопросом, потому что, ну, думаю, странно, такое как бы очень противоречивое чувство, ты же любишь это животное, ты очень вот его с любовью обнимаешь, но при этом прям вот какие-то животные инстинкты просыпаются. Я начала гуглить на эту тему, сначала мы с мужем порассуждали на это, и подумали, что вероятнее всего причина в том, что люди по природе по свои охотники, в общем-то. Но потом мы еще погуглили, и, в общем, теория близка была к нашей. Психологи говорят, что дело в том, что когда вот ты обнимаешь что-то такое, что тебе очень сильно нравится, и тебе хочется это задушить или съесть даже, потому что тогда у тебя никто не отберет. То есть это, в общем-то, такие, ну, это в подсознании в нашем, что если тебе что-то настолько нравится, надо прижать настолько сильно, не отпускать, чтобы никто это не получил. А если ты это съешь, то тем более никто не отберет. Поэтому часто говорят, что ты такой сладенький, я тебя сейчас бы съела. То есть это все идет изнутри у нас, это наша природа. Ну, в общем, интересно иногда докапываться до каких-то таких вот вещей. Вроде простая, а по большому счету не задумываешься часто о таком. Миша, скажи мне, ты не против, если я тебя съем все-таки? Миш, а? Не против? Скажи, делай, что хочешь, главное, корми меня. Лежит тут, отдыхает. На улице погода отличная, но мне сегодня не гулять. Ну все, я позавтракала, сейчас буду пить свой латте и мазать ногти триндом. Видите, у меня сейчас не накрашено, я решила воспользоваться моментом, пока я болею, не красить ногти. И 2 недели мазаться, сейчас покажу чем. Сейчас покажу. Вот такой вот штукой. Не знаю, видно вам, нет?
называется Trint, и мне ее подружка посоветовала, надо 2 недели мазать каждый день. И обещаю, что за эти 2 недели, в общем, избавят от слоящихся ногтей, от ломающихся. Ну, мне это никогда лишним не будет. Сейчас смотрю видоискатель, у меня такие синячищие. Да, вот вроде болеешь, спишь целыми днями, а все равно как будто не высыпаешься. Ну все, кофе я напилась, поскольку я болею как бы официально, и дел у меня особо важных на сегодня нет. Я буду сейчас играть в Лару Крофт. Я ее, в общем-то, прошла уже, я теперь хочу... Солнце так выглянуло, в глаза прям светит. В общем, я теперь хочу дособрать то, что я не успела собрать, пока я проходила игру, то есть именно саму миссию. Хочу теперь собрать все документы, которые там были, ну, в общем, побегать просто спокойно уже без войнушки. И мне очень нравится играть. Единственное, что, как я показывала в предыдущем влоге, мы, ну, играем на проекторе на стену, но поскольку сейчас день и светло, то как бы не видно будет ничего. Вот это единственный, наверное, минус проектора, поэтому сейчас буду сидеть играть на iMac. Если кто-то играл в Лару Крофт или любит какие-то подобные игры, обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях рекомендации, потому что мне очень понравилось играть. Я уже ВКонтакте просила девчонок, много было классных советов, но я думаю, лишними никогда не будут, поэтому буду ждать ваших комментариев под видео и очень надеюсь, что вы мне что-нибудь подскажете классное, потому что меня прям безумно затягивает играть. Я сейчас тут на пляже у таких затонувших кораблей, и у меня тут несколько документов и несколько ГПСов осталось, которые надо собрать. Ладно, девчонки, большое спасибо за то, что были сегодня со мной, буду играть и встретимся с вами в следующих видео, я постараюсь уже быть в форме к следующим, и в общем, да, пока-пока.